добрый Дедушка Мороз и очаровательная Снегурочка встречают в фойе Самарского академического театра оперы и балета 400 детей из приемных многодетных семей. Я жду новых таких вот праздников, развлечений, чтобы было веселее. Мне все понравилось, все хорошо, все отрепетировали. Фонд «Радость» собрал гостей, чтобы заранее поздравить их с наступлением самого, наверное, долгожданного праздника – Нового года. Мы желаем всем собравшимся мира, добра, счастья и радости. В приемных семьях губернии воспитывается 3500 детей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в бюджете Самарской области ни одна социальная программа не свернута, в том числе гарантирующая поддержку многодетным семьям. Позиция президента в отношении приемных семей остается прежней. Их должно быть как можно больше. Приемные семьи – это гораздо лучше для детей. Это действительно хорошая подготовка к жизни, это добро. Кульминацией торжества стало выступление труппы театра, которая показала шедевр мирового классического искусства, сказочный балет Йозефа Байера «Фея кукол». И ни один из юных гостей праздника не остался без новогоднего подарка.